попрошу выйти из машины и подойти к нашим детям. Они хотели бы к нам обратиться. Вот с удовольствием. Сегодняшняя проверка документов стала не совсем обычной для водителей. На помощь к сотрудникам ГИБДД вышли казанские школьники. Обращение к автомобилистам из детских уз звучало как никогда серьезно. Будьте всегда аккуратны на дорогах, никогда не спешите, дома у вас есть родные. Да. И внуки еще у меня есть. Помимо памяток, школьники вручали водителям письма, которые они написали своими руками. В них дети описали свое отношение к езде не по правилам и превышению скорости. Мы пишем письма, чтобы, чтобы водители предупреждать, чтобы они никуда не спешили, чтобы в аварии не попали. Чтобы они никогда не забывали правила дорожного движения. Не забывали про безопасность. Сотрудники автоинспекции говорят, что причина аварии – это грубое нарушение правил дорожного движения, несоблюдение скоростного режима, нетрезвое состояние. За прошедшие 10 месяцев в Казани произошло 1743 аварии, погибло 46 человек. Данная акция, безусловно, приносит большой профилактический характер, так как водитель, читая письмо, написанное собственными руками юным пешеходом, имеет большое влияние на них. Все водители, которые сегодня поучаствовали в акции, довольно внимательно отнеслись к обращению детей, прочитав детские послания. Для них это польза и нам лишний раз напоминание. У меня самого ребенок всегда вот ездит, не нарушает себя, а детей смотреть на пешеходка в основном. Он все-таки предельно внимательным быть водителем, потому что дети есть дети, и они могут, конечно, немножко нарушить, да, но не только дети, и пешеходы. Все-таки надо водителям быть осторожным. Андрей Трофимов, телеканал «Эфир».